Незважаючи на святкові дні, біля підніжжя середньовічної фортеці продовжуються берегоукріплювальні роботи. На об'єкті працювали і науковці. Вони вивчали археологічні залишки і шари ґрунту за межами фортеці. Розкопки проводили на території берми, простору між фасабреєю і фортечними стінами. Ранее считалось, что данная территория фактически полностью уничтожена и являлась вспомогательной в плане фортификационном. Во время ее строительства была фактически полностью уничтожена все археологические остатки. Но, как выяснилось, оказалось это не так. Почему? Потому что в процессе работы мы обнаружили большое количество остатков строительных, причем относятся они именно к средневековому времени. То есть частично мы можем наблюдать здесь картину, что до строительства самой цитадели, а мы сейчас находимся как раз у северной ее стены, здесь находилось достаточно большое количество находилось большое количество помещений. Як каже Павло Остапенко, під час розкопок археологи зрозуміли, що ці приміщення, квартали, пізніше зруйнували або використовували як фундаментну конструкцію цитаделі та фортечних стін. На цьому етапі робіт вже відкрили середньовічні будівельні залишки. Как мы предполагаем, ниже этих средневековых строительных остатков находятся античные слои, и мы надеемся, что в следующем году, то есть в этом уже наступившем 2017 году, мы будем исследовать именно их. Достаточно большая площадь была открыта, как вы видите, глубина залегания очень большая, и тем не менее, еще под нами ниже где-то порядка 3-3,5 метров культурных напластований. Мы надеемся, что какую-то часть из этого объема мы успеем открыть в этом году. Під час археологічних робіт науковці виявили сліди вторгнення, що відносяться до сучасного часу. Скорее всего, что это 90-е, начало 2000-х годов, когда здесь велись фактически грабительские раскопки, которые привели к тому, что огромное количество слоя утратило свою информационную, свое информационное поле, и мы потеряли этот материал, к сожалению, навсегда. То есть вот в этой части раскопа на под ту глубину, которую вы видите, это порядка где-то 2 метров, шел фактически полностью, вот на всю эту глубину шел современный мусор бытовой. То есть, в Нижгород, где-то вот на рубеже 90-х, начало 2000-х годов, здесь, к сожалению, причем это, скорее всего, кто-то из местных жителей, к сожалению, проводились грабительские незаконные раскопки, и мы утратили этот материал уже навсегда. Павло Остапенко зазначив, що у 2017 році на цьому місці будуть продовжувати роботи. Провести здесь, говорится, всю необходимую научную фиксацию тех объектов, которые здесь располагаются, находятся ниже и на том уровне, на котором, может быть, даже будет произведено расширение раскопа самого в этом уровне. И потом мы уйдем ниже для того, чтобы, как говорится, уже непосредственно посмотреть, что же конкретно залегает на более низком уровне. Как мы надеемся, все-таки какие-то части античного города нами будут открыты. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.